Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня будут нереально офигенские покупочки с Алиэкспресс. Впервые за все время мне пришли посылки, где я полностью очарована покупками и просто вообще молодцы. Вот те, кто это делает, вообще молодцы. Во-первых, и быстро пришло, а во-вторых, просто круто. Мне подходит и вообще образ, и я себя чувствую вообще просто королевой. Это же, конечно, это платьице, которое на мне. Сейчас я вам покажу в полный рост. Оно вот такое офигенское. Оно очень мягкое по ткани. Оно реально, то есть, я взяла себе размер S-очку, а он реально может пойти на побольше еще. И при этом он в обтяжечку во все. Он очень скрывает недостатки. То есть животик у меня небольшой остался после родов еще. Я не проработала его. Мне еще пару месяцев, чтобы его проработать. Вот, и замечательно вообще. Реально, знаете, оно не пышно как-то висит, как вот с этими валанами бывает обычно, а оно очень стильненько, аккуратненько. Вот этот вот бархат, из которого сделано оно очень, как-то нежно подчеркивает, богато такое. Котен, тебе нравится? Сина? Нравится тебе, Сина? Вот там мама какая, засмотрелся. Вот, и сюда же я вот подобрала вот такие длинные сережки, мне кажется, они сюда прекрасно вообще подходят. И я такая вся стильная. Также к этому платью в этом же магазине на AliExpress я подобрала куртку. На самом деле, этот магазин вы уже, наверное, видели. Я там заказывала себе куртку. Помните, у меня когда были фиолетовые волосы такие, прям сиренево-фиолетовые яркие. И как они бомбически подошла эта куртка просто ко мне. Офигенски. У меня есть где-то видео пуховики. И там вот тоже ссылка на этот пуховик. Наверное, уже тепло, да, это если на следующий год. И, я не знаю, весна впереди уже. Можно, в общем, наряжаться. Я полностью уже в весне, как только закончился Новый год, я уже полностью в весне. Куртку, которую я заказала. Посмотрите, какой цвет. Я увидела, и, кстати, очень передает на фото, вот в этом магазине, очень хорошо сделали, что передает куртка, что она именно такая. Я знала, что она именно такого цвета, и прям вот так вот она блестит. Мне кажется, это вот для ярких девушек, которые хотят выделиться, вот такие, как я, которые очень-очень хотят выделиться, и вообще на фоне всего, и вообще куртка просто офигенская. Она классно подходит и под это платье, и она классно подойдет под любой вообще стиль, и заиграет все. В общем, вот такая куртка, во мне весна уже играет. Эта куртка и это платье сделали со мной что-то нереальное. Я себя вижу просто нереальной красоты в этом во всем. Я уверена, что это все куртка и это все это платье. А еще, что я заказала. Конечно, я ссылки оставлю внизу, не переживайте. Конечно, ссылки на куртку. Кстати, в этом я рада очень говорить об этом магазине и об этих товарах, потому что вообще в этом магазине, так как я не первый раз уже заказываю там вещи, там очень классные цены. И у меня даже подружка недавно мне присылает, говорит, смотри, что я заказала на Алиэкспресс. Я говорю, что ты там заказала, давай, она все ждала, ждала посылку. А она мне присылает, и я говорю, бля, это же тот же магазин, где я беру, говорю, как ты узнала, я тебе еще говорила об этом. Она такая, нет, просто я прошерстила интернет, и там действительно классный товар и цены классные. Маленький мой град. Еще я купила, смотрите, хайлайтеры, давно хотела заказать такие хайлайтеры, и они классные, я хотела с вами попробовать рассказать. Они тоже очень недорогие, там в пределах там 100 рублей, где-то вот так. И я заказала один вот такой вот он штучке. Здесь, значит, что он... Не пахнет даже, короче, какой-то не запах, никакой, в общем. А я очень обращаю внимание, когда очень хороший запах у хайлайтеров, да, и вообще у косметики. И смотрите, как он красиво мажет. Ну-ка, свет, есть? О, поймали. Офигенски передает свет. Я не знаю, давайте наносик, вот, например, свет. Тын-тын-тын, растушуем, естественно.
Да, высветлим наш нос. Вот. Очень красиво, быстро, аккуратно, нежно. Вот мне нравится. И красивый цвет. Это у меня цвет номер. В общем, неважно, я скину ссылку. В принципе, ничего такая, да? Чуть-чуть подороже. Вот этот я купила. Вот ладит крестная, да? Ой, сына. Чуть-чуть подороже купила я второй. Он вот так вот выглядит. Он чуть-чуть поменьше по высоте, но он потолще. И здесь у нас идет уже с крышкой еще внутри. Было все очень качественно запечатано, правда. Вот здесь вот так вот открывается. Здесь такой перламутровый, знаете, прям жемчужно-розовенький цвет. Вот только его вот здесь. Нормально, в принципе, надолго хватит. И здесь тоже он очень красиво передает. Так вот, вы видите, да? Сейчас я очень сделаю. Вот здесь вот, да? А вот сверху я сделаю его. Видите, да? Он более даже, может, да, насыщеннее. Но у него другой перламутр. Другой. Здесь бежеватовенький, а здесь розоватовенький. И, ну что, я могу на себе? Что на себе? На себе? Давайте я вот сделаю вот здесь. Видно, вот будет. Раз. Вот. Просто губы намазаны красным и... Ну все, то есть вот минимально. Потому что он достаточно такой жирноватый, да, чтобы нанести его. И сразу раз-раз и дает блеск. По-моему, очень круто. Все заиграло, засверкало, засияло. Вот. Ну а платье вообще. Ой, сейчас наделаю селфи. Все, мои хорошие, я была рада поделиться с вами своими посылками с AliExpress. Все ссылки я оставлю внизу. Проходите, приобретайте и радуйтесь жизни. И поздравляю вас еще с наступающим 14 февраля. Всем любви. И я вас очень люблю. Лайк, подписка, само собой. И я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока-пока. Смотри, он держит бутылочку.